Друзья, а перед началом просмотра видео я попрошу вас подписаться на наш канал, и мы начинаем. Индонезийская поп-звезда Ирма Бале, умерла во время выступления от укуса королевской кобры. Несмотря на укус ядовитой змеи, 29-летняя певица 45 минут продолжала радовать поклонников своим экзотическим шоу. Фанаты запечатлели на видео момент, когда у Бьюл начались судороги и рвота, после чего она упала на сцену. По данным The Daily Mail, трагичный инцидент имел место в Караванге в Западной Яве. Певица случайно наступила на хвост змеи, а та в отместку укусила Бьюл в бедро. Что побудило певицу продолжить выступление, неизвестно. Правоохранительные органы проводят расследование смертельного инцидента. Друзья, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать наши новые выпуски, и на этом мы с вами прощаемся, всем пока!